Доброе утро! Рад представить вам главного героя завтрака – сыр сулугуни. Официальный перевод названия – сулугуни – предмет, который содержит сыворотку. А вот неофициальная, народная версия гласит «сули» – душа, «гули» – сердце. Мне она больше нравится, и назвал я сегодняшнее блюдо «душа поет, а сердце плачет». Ну, плачет, конечно, от радости. Итак, в нашем сегодняшнем рецепте участвуют лаваш, сулугуни, брынза, кинза, зеленый лук. Итак, приступим к начинке. Для этого мы натрем на крупной терке сулугуни. Сулугуни – один из видов грузинских рассольных сыров, готовится из коровьего и буйволиного молока, отличается острым кисломолочным вкусом и запахом. Польза сулугуни в том, что это натуральный продукт без синтетических компонентов и консервантов. Этот сыр прекрасно сочетается с маслинами, редисом, огурцами, красным луком и фасолью. Этого количества будет достаточно. Также у нас будет овечья брынза, если она у вас немножко подсохла, ее очень удобно натирать также на терке. Тоже вот так будет достаточно. Далее мы возьмем зелень. Это будет лук. Это будет кинза. И немного укропа. Лук только зеленая часть. Мелко рубим. Отправляем ее к сыру. Хорошенечко все это перемешаем. Если вы любите поострее, можно добавить жгучего перца. Я добавлю немного черного. Солить не надо. Сыр у нас соленый. Сейчас берем лаваш, разрезаем его пополам и делаем конверты. Выкладываем сыр. Несколько слов о кинзе, как только ее не называют. В разных языках эта трава имеет различные имена. Кориандр, каляндр, кишниши, хамен, кинзи, чилантра, а еще арабская петрушка, китайская петрушка, а в Америке она мексиканская петрушка. У нас она используется наравне с укропом, петрушкой и луком для приправы всевозможных блюд. В 100 граммах пряно-ароматной зелени кинзы содержится 23 килокалории, в сушеной и молотой – 216. Кинза хорошо выводит шлаки из организма, а потому диетологи рекомендуют почаще включать ее в рацион, желающих избавиться от лишнего веса. Друзья, чтобы блюдо получилось вкусным, нужно вложить частичку своей души. И даже к каждому отдельному продукту отнестись, я бы сказал, сердечно. В общем, всем от меня сули-гули и всем приятного аппетита. Начинайте новый день. Вкусно!